Конечно, деятельность координационного совета, она не будет оторвана от взаимодействия с мэрией города. То есть мы обязательно будем обеспечивать взаимодействие и с управляющими компаниями, и информационную, и сопроводительную, и методическую работу. Мы в стороне не останемся. Еще один из вопросов – это вопрос, связанный с проведением круглого стола по вопросам разработки методики рейтинга управляющих компаний. Поскольку этот рейтинг необходим, крайне необходим в первую очередь жителям города, председателям советов домов, чтобы понимать, какая управляющая компания в этом рейтинге, на каком месте, и если уже совет дома и жители того или иного МКД пришли к решению сменить управляющую компанию, они должны иметь четкую информацию, объективную, о том, какие управляющие компании на сегодняшний день в этом рейтинге и с какими баллами находятся. Все написали. Я ответил, если выберут, значит буду работать. Что нужно сделать? Я тоже ответил, что надо сделать для того, чтобы был работоспособный коллектив. Все. Ну, я могу добавить, представить его. Я Иван Георгиевича знаю с 70-х годов. Мы с ним работали вместе в общественных, с комсомолом, партии, профсоюз и так далее. Тот человек, который всю жизнь на общественной работе работал с народом, значит, со всеми. Он руководитель был в газовом цехе, то есть он энергетик, главный электрик был. И я просто за него ручаюсь.